Дамы и господа, с радостью сообщаю, что к нам на месяц приезжает доктор. Если он решит здесь остаться, мы спасем фабрику. На что нам эта фабрика? А рабочие места? Кто снова хочет работать? Добро пожаловать в Гадюкино. Мы должны убедить доктора Пола Льюиса в том, что Гадюкино – лучшее место на Земле. Наслаждайтесь нашим красивым портом. Маленькая колоритная деревня, жители которой... Я всего лишь прошу тебя немного пофлиртовать с доктором. Нет. Не остановится ни перед чем. Здравствуйте, меня зовут Пол. Волшебно. Я не прошу тебя с ним спать. Что? Чтобы убедить вас задержаться, находить деньги. Вот что делает меня счастливым. Идешь, и вдруг бам! На дороге валяются $5. Это вы нашли? Нашел вот здесь. Доктору нравится крикет. Мне это не мерещится? Боже милостивый. Что нам делать? Мы не знаем, как играть в крикет. Обе команды победили? Пойдемте в лодку. Присаживайтесь. Что-нибудь еще? Боюсь, у меня не просто стопа, а нога атлета. Включай. Поставь на громкую связь. Ну как тебе там? Как городок? Мнение врача? Дурдом. Брэндон Глисон. У кого это заболевание нога атлета? Фрэнк! Тейлор Китч. Как прошел первый день? Я был очень-очень занят. Гордон Пинсент. Будь я там, я взял бы биту и хорошенько бы нападал каждому из них. Будто нескончаемый бейсбольный матч смотришь. Лиэн Балабан. Привет. Значит так, я пил. Именно это хочет услышать девушка от незнакомца, который стучится к ней ночью. Марк Крич. Только без рук. Извини. Большая афера. Я скучаю. А что бы ты сделал, будь я рядом? Что бы я сделал? Расскажи. Черт возьми, скажи! В кино с 21 августа.